Ребят, меня зовут Лав, сегодня поиграем в голодные игры на сервере МКСГ на карте Элискан Виллэйдж, да, и, в общем, очень давно не играл на этой карте. Вот, сейчас хочу, опа, сыграть, что-то я достаточно долго лутался, у меня есть два алмаза, есть палочка, и у меня уже алмаз за меч, изи, ребят. Это вот, прошло 10 секунд, я уже с алмазным мечом. Это безумно хорошо, ребят, и думаю, это уже победная моя карточка, но не факт. Окей, не будем предвещать будущее, и просто два удара, ребят, с критами, и его не стало. А что, так, ну, тут я чуть не нашел себе хорошей брони, да, для себя, что там выкинул, вроде бы ненужное, да, и я сюда смотрю, сюда никто не побежал, поэтому мы можем сюда побежать, да. Так, ну, сломался меч, это безумно хорошо, я уже где-то, у меня, кстати, недавно тоже такая же фигня была, да, и что-то я заметил, у меня уже сейчас так стало получаться, обычно на КВ у меня такое было, да, раза два, а тут, по-моему, даже первый раз в СГ такое, да, сколько я играю, вот, ну, если не в КВ, вот, для меня я икаю, просто только что покушал, вот, успел быстро допроживать и начал записывать сразу серию, вот, и... Что-то тут вообще ничего хорошего для меня нету. Хотя нет, есть шлем. Так, ну мне нужны штанишки. Вот, он для штаны. Опа. Давайте я закрою эту дверку. Давайте вообще вот тут золотая. Вот. Я, кстати, заметил, что после того, как я стал играть КВ, да, я, ну, стал более опытней как-то, да. Раньше я тупо играл, ну, было тупо, вот, правда. Сейчас я стал, ну, более опытней, там, стал уже, ну, знать, более, больше, ну, больше лид, по-любому. Больше тактик, чекпоинтов там всяких, да. Вот, а раньше, ну, тупо играл, тупо бегал, поупыхался, то есть ничего нового не узнавал. За элиту бегал по ней, да, и поупыхался. То есть без всего вообще. Сейчас, то есть, ну, могу не на изи, конечно, могу расточить тиму, да, то есть раньше я мог расточить тиму только, ну, поупехаясь, потея, да. Вот, а сейчас, то есть, могу залезть на любой чекпоинт, ну, и сидеть их скидывать, да, без базара, вот. Ну, то есть, более опытнее стало. Не говорю, что я там проигрок стал, но, блин, более, ну, все равно лучше стал, да, лучше стал играть. Вот, ну, не считая того, что как бы сам навык ПВП, навык ПВП это и не лучше, не меньше, мне кажется. Вот, ну, может даже лучше, потому что я, ну, более стал еще дитеркликать, я раньше не дитеркликал. Вот, ну, сейчас что-то, ну, вроде как-то получается. Ладно, сейчас не об этом, и, хотя нет, об этом, такие. К сожалению, нет утки, и давайте скрафтим вот так вот, да. И пойдем, у нас 7 человек, пойдем искать. Людей нет, у нас все-таки есть удочка. Я там видел кого-то. А, да, я сделаю погромче звук, чтобы мне играть, да? Не, давайте все-таки вот так вот сделаю. И мне либо показалось, либо там кто-то есть. Может быть, показалось. Все-таки думаю, показалось, да? Давайте бежим в эту сторону, я слышал там молнию, и да, я думаю, там кого-нибудь сейчас встречу, и давайте так вот. Блин, кстати, без разминки захожу, сейчас даже кликать нормально не смогу, ну окей. Блин, окей, ладно, пофиг. Все норм. Все нормально. Да уж, ну ладно, вот что значит, зашел без разминки, первая катка. Ну ладно, а я сегодня утром еще играл, но все же. Утром играл, и, блин, надо было еще вечером размячить клик. Окей, что еще сказать, даже не знаю. Будем искать уже скорее людей, и мне казалось, что это в стороне молния, но, блин, либо отсюда уже убежали, либо тут никого не было. Нет, тут кто-то был. А, тут кто-то явно был. Давайте побежим на поезд. И, может, там кого-нибудь встретим, ребят, с вами. Опа. Уже там молния была. Уже там. Окей, я... Давайте пойдем тогда в ту сторону, опять же. Сейчас будем по молниям бегать где-то, да. Окей, блин, что-то никого не вижу. Надо прекратить словом окей. 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 Да, надо прекращать говорить слово. Слово сорняк, как говорится, да. И окей. Ладно, это я специально уже начал говорить.
Ладно. Так, ну что, что-то я никого не вижу, блин, хочется уже попыхаться, но, к сожалению, никого нету, никого, вернее, не вижу, да? Вот, и поскорее бы уже затащить эту игру, вот эту каточку. Так, кстати, играю я в соло, потому что не могу нормально затащить, но на... Ну и просто нет времени, да, покопотить, ну и не хочется, когда... Я, кстати, очень давно не играл на соло, и вот, и в последней катке, да, в которой где-то 300 подписчиков, да, я про 300 подписчиков говорил, там тоже я играл на соло, да, ну и вот, и до этого я вообще, по-моему, на запись очень редко играл, где-то там, ну, если только 10-я, там, 9-я, может, серия, вот эти вот, да, ну, чтоб 20-я, 25-я, ну, вот такого вот не было, по-любому. Опа, на спавне пчел. Опа, что это было, алё? Это просто, это был эпик фейл, ребят. Это знаете, это называется, ну, во-первых, это называется понты, во-вторых, это называется, что я поджигать не умею. А в-третьих, это называется подсос, дядь. Подсосник. Просто взял, вот, подсосал, жадный. Почему только жадный? Дай мне килл. Я не буду на льду выпахаться. Опа. Опачки. Я еще один гэпался. Давай, вот камеч или засал. Утка-меч-то ты не могёшь. Утка-меч-то ты не могёшь. Опа, я скинул... Ой, там были железные слитки, я, к сожалению, их сжёг, но... Ладно, думаю, мне хватит своих, или у меня их даже нету. Да, мне, к сожалению, их тоже нету. Ладно, не беда. Мне не нужны, мне алмазный меч. Если только штаны можно было скрафтить, но мне кажется, там их не столько много было. Я так быстро говорю. Вот, и когда начинаю потеть, я устаю, и так, ну, знаете, когда дышаться не могу, вот, начинаю быстро говорить, так, ту-ту-ту-ту-ту. Давай без спама сразу утка-меч перейдем. То я тебя забыл спам, лизи будет. Кто еще кого забыл спамит? Оу, ГГ. Друзья, ГГ, найс, найс гейм. Кстати, играю с своим этим скином. Я хочу сейчас подредактировать себе голову, потому что многие говорят, что она похожа на фьюшку, но... Ну, хоть я и не брал у него скины. То есть, в общем, ладно, я подредактирую потом себе голову, но, думаю, не надо будет заказывать потом опять оформление с новым скином. Я всего лишь подредактирую прическу. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр. С вами у меня был дебаг. Ну ладно, в общем, всем удачи. Подождите. Сейчас, да. Вот так вот. Всем удачи, всем пока-пока.